Всем привет! Готовим мы сегодня икру на зиму, баклажановую. Вот, перец тут начистила, это все будем жарить. Баклажаны в воде надо замочить, в соленой воде. Они у меня уже замочены, но у меня еще осталось вот тут резать. Стою, режу. Кабачки туда добавим, морковку, лук. Вот ребенок у меня чеснок чистит. Сказала задание на икру. Вот чистит чеснок, помогает. Тут у нас добавлено перец, лук и морковь. Сейчас это все пожарится прямо в этой кастрюле. И будем мы добавлять, это я лук смолола в этом блендере. И будем мы добавлять кабачки с баклажанами. Еще у нас идут помидоры. Помидоры мы их через блендер примолим. Мы потушить поставим в конце. Ну, помидоры помыла. Сейчас их через блендер. У нас тут лук был. И все. Там у меня все тушится. Вот, все тушится. У меня тут кофе. Тут тушится. Сейчас мы баклажанчики сюда складываем. Все будет тушиться. Вон, помидорки, Маша, покажи. Вот, чесночок я через блендер сделала. Вообще удобно, ребятки. Сейчас вот это полное. О, помидоры вот на. Полное все будет тушиться. Потом помидоры в конце. Ну все, включай. Вот у нас все тушится, уже поменьше становится, все тушится. Сейчас будем банки стерилизовать. Я вот так их делаю под кипятком. Плитку включу и помидоры будем добавлять. Все, томаты мы сюда закинули, перемешали, чеснок тоже. И пусть тушится час. И плов готовится, жарится, и банки кипятятся, и икра варится. Сейчас у нас уже икра вся уже проварилась. Сейчас мы будем добавлять сахар, соль. Ну вот, я думаю, сахара 2 столовые ложки с горкой. Вот. И соли. Сейчас будем пробовать на вкус горкой. На вкус как? Побольше, потому что у меня целая кастрюля. Будем пробовать на вкус, как у нас получилось. В конце еще уксус 9%. 2 столовые ложки добавим. Сейчас перемешаю и попробую. Сейчас мы добавим 9% уксус. 2 столовые ложки, я так думаю, потому что очень большая кастрюля. Посолила еще, я добавила еще ложку соли и ложку сахара. И тогда уже нормально пошло. Ну, прям вообще классно. Ну, вот сейчас икру уже, наша икра готова. Мы закладываем их в банки. Крышки у нас прокипятились, банки тоже. Все, выключай. Ну все, вот столько у нас получилось. Баклажановая икра с овощами и кабачок там. В этот раз я добавила кабачок. Закрылась вот. В тепле постоит. Я баночки сейчас переверну. И завтра можно убирать в холодильник, либо в погреб. И вот такие вот вкусняшки. Обязательно ставьте лайк и подписывайтесь. Всем пока!